Всем привет! Идрик, как шустро! Так, можешь попробовать прокси там то, что... Не хватает минералов. Нет, давайте макро. О, лицо пришла. Ся мы тебе песенку включим. Какую-нибудь. Тут. Нужно построить больше пилотов. Привет, новых казаков. Ну, то, что они сегодня выходят, видел. Мне кажется, как раз слишком громко. Да вроде все как всегда. Ой, нахрена им объехал. То есть мы включаем песенку для Рису, а она ее не слышит и не видит, и нормально. Обидно, между прочим. Да свершится правосудие. Мы в пути. Я старый забыл. И адапты забыл. Блин, что-то я отвлекаюсь. Псионная сеть установлена. Шпион атакован. Внезапно. То есть там типа чистый мех? И вот он алым с рабами. Да не, я тут всосал. Не, ну как бы такой урон. Ну идите в задницу, короче. Там прокси. Прокси барак, прокси фактана, факти реактор. А я еще на старте натвлекался. Ага, да это даже две факты в прокси. Вообще мило, то есть они слон реактор тратится.
Ну, причем эту хрень, в принципе, не отбить, если ты ее не разведал. Да даже если разведал, то факте уже не помешаешь. Это что я говорил, как бы просто две машинки, рабы и все. Ты этому ничего не сделаешь. Никак. Если только не будешь играть сразу фаст-робом. То есть там даже Аверчерш не помог бы мне в лбу, потому что, ну, он просто перехиливался бы. Там выстрел 3-4 было. Ты это не отгонишь грелкой, они быстрее грелки. Они возьмут и убьют ее. Блин, нужна, короче, разведка на старте. Иначе от этих чизов. То есть, если разведать это как-то сразу, то можно тот же роботик сваткнуть. Ну, как-то ждать хотя бы. Так, короче, надо ехать на разведку сразу. Не приспеть 50... В смысле, эта рабочая особо не играет роли. Цену влом ехать на разведку, когда у тебя гильгас Нексус, а с двумя газами, то, в принципе... Я просто адепта не буду делать. Не, даже не так. Я не буду сентри делать, если я еду пробкой на разведку. Я сентри сделаю, хотя... Я много-то по минералам не теряю. Там Nexus получится попозже чуть-чуть. Блин, а вообще там все довольно впритык. Да, наверное, надо адепта не делать тогда. Как бы сентрята пусть будет. Внезапно. В принципе, можно попробовать для компенсации только одним ромом газ добывать. Чон. Слава Деламам. Так понял, что взлетать ему нельзя. Пора. Да свершится правосудие. Не хватает минералов. Лаба? Это что, пуш с танком? На наши зомби напали.
люди. Веди нас. Рона Хаши. Запускаем приказ. Смотри, наверное, все равно сделаю. Мы согласны. У нас есть цель. Все мы. Магическая матрица актив. Так он ко мне идет. Или не идет. Сюда влететь ему? Или вот бы что можно? Ну просто накинуть эти. Генетическая матрица активирована. Штормики. Нужно построить больше пилонов. Не хватает. Блин, такая клевая тема. Направь мою ярость. Свиданьте. Ну вот минералы, ой, в смысле, минералы сапплай это жрет, это писец. Ну, я его там без пристройка оставил. Но жалко, что лабу не выключил. Если лабу. Старпорт. Мы никого обед. Нужно построить больше пилонов. Не хватает минералов. Генетическая матрица. А, полетели все. Вау. Клевая тема. Блин, надо начало продумать, чтобы и разведка была. Ну, наверное, ехать вот так же. А вот потом вопрос, делать ли Сентрю. Сентрю адепта. Или вообще сталкера делать. Ну, по сути, мне адепт не нужен.
То есть адепт нужен на случай какого-то чеза, но я же разведу пробкой. То есть прокси-бараки, причем хрень, я это запалю. А машинку адепту одних хрень не догонишь. Привет, Джек. То есть мне, по идее, выгоднее сталкера делать. Да, на 25 газа дороже, но мне вроде по газу там по билду нормально. Делай сталкера, и просто схема, если ко мне приезжает машинка, то либо я его заставляю лочиться на меня, но за один лок он мазеркор все равно не убивает, а сталкер ждает в это время. Либо он пытается воевать со сталкером, мазеркор по нему сверху стреляет. Только надо глянуть, что там по мувспиду. Да, кстати. И мы не меняли мувспид? Склоном. Меняли, 4.13. А у сталкера какая? Сейчас гляну. Что, она вообще догонит, не догонит? Что там будет происходить там? А, и у сталкера 4.13. Ну, норм. То есть, как бы, сталкер пульнул и свалил. Ну, как с собаками, все то же самое. То есть, либо он лучше, сталкер тогда по нему раздает с бонусом по броне, уже бронированный. 14. У него хп 180. И единичка брони, по-моему, есть. У него броня-то вообще есть? Мне сейчас такое чувство, что у него 0, по-моему, была броня всегда. А, нет, единичка. По 13. 30... 108 жить? Да. Ну, в целом нормально будет. Батлгрейзеров? Ну, в расчет на то, что я их буду разведывать. То есть, я на старте сделаю, наверное, сталкер. Сталкер с интря даже. Ну, или с интря сталкер. Да, короче, сталкер с интря на старте, чтобы как раз с интря для разведки как раз таки, причем с интря первый, чтобы она ману копила. Ну а эти 50 газа... Там даже не 50, а 25, потому что я вместо адепта сталкера. Экономику... Экономика мне это особо не бьет. Мне, в принципе, там по ресурсу-то хватает. Я там... Я могу просто делать раньше второй газ, например. И могу... чуть попозже делать грейд на атаку воздуху. А чё это вообще играет? А! По альбому, блин. Изменение скорости файдов? Да не особо. Говорю, это изменение такое по принципу... Ну, то есть, надо же что-то тосам дать. То есть, как бы, тосам дали два нерфа и... Ну, ладно, один такой гарантированный нерф и две таких... Одну. То есть, изменение темпоса — это хрен пойми. То есть, как бы, то ли нерф, то ли не нерф. Не сказать, что прям именно баф. Да, ну и надо, как бы, дать что-то более-менее такое... Гарантированно баф, чтобы тосы не обижались. Ну и дали муфа с этим грелком. По факту ни хрена это не помогает. Тут тоже два газа. Чем он юнитов не делал? Удачи!
Пусть да свершится правосудие. Разместите строение в энергетическом поле. Так, а нахрена ему арсенал? Не хватает минералов. На наши зомби напали. А, космопорт пошел. Что ты предложишь? Усиление псионной сети. Блин, я работу забыл проконтролить. А, арсенал может быть для какой-нибудь закупки мином, по идее, да? Да выделись ты. Я звёзд... Оба! Ой. Вы, атомнетическая матрица, активирована. Золотый рик. Мы. Приказывай. Так, теперь я к тебе полетел. Улучшение завершено.
нужно построить больше всего. Победа в наших руках. Зурмолк-Аю. Месторождение минералов истощено. Приказывай. Золотая Шизума ждет. Мы жаждем. Мы никого не боимся. Месторождение минералов истощено. Ради славы! Фионная сеть установлена. И рабов не жалко? Мы ждем. Опасность корпуса нарушена. Победа в наших руках. Месторождение минералов истощено. Приказывай. Нужно построить больше пилонов. Не хватает минералов. Золотая Мы жаждем справедливости. Орзалак! Блин, дали бы Мазаркору чуть побольше скорости. Чонок догнать не может. Авианосец прибыл. На крылья. Наше преимущество. Победа в наших руках. Мы отомстим. Что такое, у тебя ничего нет? А, тут десяток викингов. Ой, господи, какой десяток? Пять или шесть? Лабы? Это он сейчас хотел Ревенов делать? Азул ду темплари. Во имя чести. Да, это Ревен. Звездный охотник. Варп не нужен? Нет. Блин, Джек, понимаешь, спрашивать, нужен ли варп? Это все равно, что, ну, учитывая, что я играю в масс воздух, это все равно, что спрашивать, это нужен ли Steam терну играющему в мир. Нахрена? Как бы мне, если какой гитовый нужен, юнит нужен, то буквально 1-2, но вот я решил, что мне нужно сентря потом, ближе к середине, добавил сентря. То есть мне больше там 2-3 гитовых юнитов нафиг не надо, а я замерз, короче. Сейчас я майку другую надену. Такс, я вернулся. Я вот не понял, нахрена он арсенал заказывал? Как бы арсенал без лабы, деньги на ветер. За фотоны? Не сегодня. А плану ближайшие фотонки в субботу.
Заки до сих пор заблокированы. Ну, возможно, в 6 раз. Возможно, в 6. Дополнение к игре обязательно. Никакие. Можно только лотов купить и все. Ну, компания будет только лотовская. Ну, как бы мультиплеер лотовский. А больше тебе ничего и не надо. Писали в 3. Не знаю, что писали в 3. Там, понимаешь, там такая же хрень, как у Blizzard. Ну, пишет тебе, что примерно время ожидания около минуты, но ждешь, что это уже 3. Так и там, тебе пишет, что меньше часа, но ждать-то ты можешь тоже 3 часа этого дела. И постоянно будет меньше часа. Все нормально. Никто никого не обманывает. Чего сервера? Для того же, для чего и вол компанию проходить. Блин, может пойдем на Америку? Там потестируем. Хотя ладно, кого-то нашли. Че, опять тиран? Опять тиран. Вот меня еще радует. Они тираны играют. Не, вот ладно я-то ПВТ с ними играю. А бедные тираны. Они же сразу, ну, просто... У них одно ТВТ. Вот ты такой приходишь потестировать карту, а у тебя ТВТ. И как бы давай... Машинки на машинки, бенч на бенч. Скорее всего, там пошкали. Так, Сентре, Сталкер. Нет, даже не так. Сентре. И в зависимости от того, что мы увидим, мы выбираем, нужен ли нам Сталкер. Сентри мне все равно нужна, чтобы по таймингу разведать. А сталкер мне нужен только если там какой-то... Уж с машинками. Так, и на старте тогда по 2 раба на газу. Так, что-то мне кажется, он вон там вот. Но я не думаю, что он поехал после саплая. Скорее, это стандартная после барака, соответственно, сверху. Эй! Не лагай. Он лагает. Чувак! У него вообще какой-то барак с эсэй, похоже, с поздним газом. Что-то я ему впиливаю газилку. Я понимаю, что ты хочешь, так что... У тебя почти получилось. Второй барак. Еще барак. На наши зомби напали. Да свершится правосудие. Что там вроде запрыгивать не сможет. Разведал?
на что хреново, нужно хреново пилонов строить. Там, скорее всего, стимпак пуш какой-то. Летели разведы. Ну или стимпак пуш, или... Или дроп. Хрена? Блин, я многого ожидаю от алмаза, да? Грит не делается. Скорее в бой! Шазул ду темплари! Да, Эраш! Будет исполнено! Это на лабу собрался? Я звездный охотник! А это ты просто летаешь? Ясно. Так а почему гриды не делает? Сразу первым полечу. Я в принципе успею, наверное, кинуть одну эту хреновину. Там вернусь. Ну, блин, саплай, конечно, они выжирают. Тратати. А, я сделал крит. Я ж потому что забыл. Настало время битвы. Войны. Золотая армада рвёт. Лол. Шторм заходи. Давай, давай, давай. Че такое? Хьюстон, мне кажется, у вас какие-то проблемы. Там еще там стоит сейчас. И на вам. Там викинги уже должны меня ждать. Наше преимущество неоспоримо. Ну я просто, наверное, накинул вот так вот третьих. Вот свалю. Ай. Тогда просто свалю. Мы ждем.
Лоло. Я водитель Тампоста. А чё он там хотел, блин? Фотонка, верчаж. Тампосты, батоны. Ещё и гвардиан. Алза Ларака, привет, Торис. Я, в принципе, каупа не играю. Я Ларака покупать надо, насколько я понял. Что? Захарил отбил? Это чё? Тебя не захарил Эд от билд? Что? Что? Смотри, вы сколько ошибок допустили? Я просто не понимаю. А чего мне может? То есть, как бы, тираны катают МММы свои, блин, уже 10 лет. Там... С чего он мне должен запарить? Как бы это нормальный стиль игры, как бы. Можно играть через гейт, можно теперь играть через воздух. Точно так же, как тираны могут играть мех, могут играть био. Или там у сергов есть, что там, типа лингобейны, а есть эти провагеры роучи. Да, то есть как бы разнообразие, Карл, разнообразие. Вчера на него твою страту катал, фотонки батаны. Ну, чертов подражатель. Какую песенку я пропустила. Я тебя давайте включу еще раз, так и быть. Какая нахрен? Это мороженое. Просто если вы хотите увидеть его именно мороженым, нужно заполнить фонд. И в конце еще сюрприз. Скрытый. Но его никто никогда не увидит, потому что. То есть, как бы я его там так расположил, что. Но все равно фонд никогда не собирается. Соответственно, то, что там в конце, вы не увидите. Тебя не захарил этот билд? Так, ладно, что такое захарил? У меня это единственная ассоциация... по-моему, какой-то ангел в каком-то сериале его так звал. Звали Захария. Господи, помните из Константина? Захария. Да, по-моему, какого-то ангела так обзывали. Захария. Песня на заказ. Не, ну то песня не на заказ, а просто хочешь на заказ, тебя 100 рублей. Так, это опять тиран. Чего? Он мне предлагает левать или что? Сверхъестественного. Ну или оттуда. Захария. Захария. А, это тот, который негр был. И не. Со мной. Когда они этот первый ангел ты появились? В 6-м сезоне? Хрен, который с Касом был. Он?
Че, у нас справа? Опа, репер уже летит. Репер вернулся. Так-то. Содри, идите в задницу. Блин, а мне кажется, там запрыгнуть нельзя. Ну ладно. Это интересно. Она, скорее всего, перелетит. Потому что мне нужен сталкер. Только попозже. Ну да, не разведал, заюзаем обхаксич. Все норм. Искривление активно. Фаз третья. Будет исполнено. Небеса зовут. Ясно. На крыльях правосудия. Ясно. У него нет вообще ни хрена из армии. Мистер Пар... Ну, то есть там вообще ничего нету. Заманчиво. Парпортов нету. Ай. Али вам? Не хватает... Ну, короче, рак какой-то. А чё, лол, блин? Вижу швы мапхаки и радуйся. Полетели его харасить. Ну, я ему просто пристройки выпили. Ради славы. О, хорош. Тихо. Мы жар. Мы никого. Все мы. Свидание-то. Ну, минус два реактора, минус какие-то саплай. Летели опять харасить. В общем, надо лучше тут базу делать. Не хватает минералов. На наши зомби напали.
Ну, у меня тут, в принципе, один тампус будет для дефенса. Больше пилонов. Ну я его там опять без пристроек оставил. Начинай путать билды. Приказывай. Мы жаждем. А, полетели все вместе. Никого не боимся. Разработка завершена. Месторождение минералов. Брось судьбу на ветер. Грядет буря. Мы. Чего тут подписали? Либо коблич. Поехали стелить ее. Островлей это поставишь левые песни, но... Ну нет. Ну как с Ютуба. Там же совсем говно не будет на Ютубе, да? Если что, при модерации есть. Какая-то модерация. Ну и не длиннее 5 минут, наверное. И я имею право оставлять за собой право громкость в ноль убрать. Ну ты понял. Да ну мало ли какое говно еще закажут. Я думал о том, чтобы делать автоматические заказы, но блин. Где фотонки? Фотонки, возможно, будут в субботу. Блин, Данхарф, давай без мата. Я помню, что ты донатил, поэтому только больше не надо. Забань. Вот видите, задонатили, можно матом даже ругнуться. Ну, один раз. Больше не надо. Как контрить обилку тампуста? Ну как, по воздуху она не бьет. Дальше думай сам. Сама-то... На ГГ тебя... По-хорошему Алиса забанит.
Так, а вот это ты сейчас зря сделал. Я помню, ты что-то там писал. Я просто в игре занят был. Кто-то сейчас огребет. Кто-то сейчас огребет. Это сообщение это было. Ладно, я его найти не могу, так обыжи пока. Стримера? Ну как я могу... Ну как? Можно поставить 18+. Может прокси? Карта здоровая. А если найдут? Блин, ну а я тут... То есть у меня побело-то по-хорошему, надо первым темпусом прилететь и похарасить, а тут далеко. То есть либо просто играть макро... Не, давайте я к нему заеду. Может газ запилю, а потом прокси. А, так можно прокси Нексус играть. Это правда очень такое... Странное. В принципе, когда работает. Что? Атриель, ты там чё? Слышь? Тупая железяка! Хватит читать! Все. Ладно, не будет прокси. Я на чего-то хотел. Нужно построить больше пилонов. Да, вот у меня из этого соплей блока. Потому что мало тут Нексус реально. Там Марик, скорее всего, я не думаю, что там Рипер. Окей, это Рипер. Это Марик? Господи, что за наркомания? Поргал.
будет исполнено. Я звездный охотник. Ясно. Окей. Вступаю в база атакована. Ой. Усиление спионной сети. Матрица активирована. Требуется больше виспена. Не хватает минералов. Зурмолк Айюр. Не хватает ни... Требуется больше безмена. Не хватает минералов. Баланс пролетел. Приказ получен. Вторая арма. Победа. База атакована. Приказывай. Господи, он вообще микрис собирается? Не хватает минералов. Ну, Шек, спасибо, но не будет сегодня фотонок. Ну, блин. Мы сегодня там просто делаем. Ну, конечно, ну, как бы кого тут фотонить? Тиранов? Они того, наркоманы. Ко мне сюда зачем приехали? Ой! Хрень она выстрелить успела? Люблю баланс. У меня это очень поздно все получилось. Не хватает минералов. Вперед, наведи. Ради славы. Динамическая матрица активирована. Брось судьбу на ветер. Ваши войска вступили в бой. Ради... Победа в наших руках. Брось судьбу на ветер. Чё за наркомания? Чё за наркомания, Карл? Направь мою ярость. Зурмолк
за подкреплением. Эй, Арабата зачем забрал? Победа в наших руках. Нужно построить больше пилонов. Кинала. Мы отомстим. Золотая армада ждет. Ради славы! Брось судьбу на ветер! Генетическая матрица активирована. Подтверждаю. Там мины своим же наваливают. Все, ливай. Ты ж слил уже. Почему со старта Оракула не делаешь? Нахрена он мне нужен? Так, чё там? То, что еще строить наземные войска на ТСТО мапе. Но учитывая, что это единственный продукт, который играет ТСТО мапу, в принципе. И я не строю войска наземные, ну, кроме трех юнитов. Так. Музыка, Карл. Где там твоя музыка? Господи, Азазель, прошу, пусть там будет что-нибудь нормальное. Вам везет, что вы не видите то, что там происходит. Мы, короче, я дальше играть. И наушники сниму. Да ладно, нормальная песня. Уже посмотрели. А теперь послушайте. Я не буду спрашивать, Азель, откуда ты в принципе об этой песне узнал? Пусть это останется тайной. Уши тоже завяли, но как бы... Что поделаешь? Драгона на стриме видел? А, хорош от Москвы. А это не случай, не перепевка чего-то? Ну, в смысле, когда это, типа, слова меняют, а музыка та же, потому что она что-то знакомая. Музыка, а не слова. Как называется? Ну... Азазель, напиши ему, как она называется. Я не буду произносить это. Тоже запомните ж, демоны. Приятная песня. Ну, Джек. Да не, она как бы... Если в текст не слушался, то сойдет. Мотивчик веселый. Главное не смотреть, что там происходит, а так...
Да, у нас пока идет ожидание, мы ее полностью прослушаем. Близзарды явно что-то знают. Опять, мы с ним уже играли. Нормально. Не хватает минералов. Не хватает... А вам она не слишком громко была? Так, все, дайте мне мою музыку. Не хватает минералов. Все, уберите это. Так, мне нужно тряпочку монитор протереть. В 10 классе эссе на тему гомосексуализма на английском, да хо, ё. Блин, пиццу. Ну, норм. А с чего вообще вам такое эссе разрешили? Ну, такой. Не хватает минералов. Или типа, детки, давайте, кто на что хочет? В самом хорошем месте его нету, к сожалению. Блин, вот хотел же сразу ехать вниз. Внезапно. Ну ладно. Да свершится правосудие. Благо, у меня тут шантря есть. Я забыл старый ей заказать. Так, вот мне бы вспомнить этого наркомана, что он... Ну, по машинке играл. А сейчас эти раны машинки играют, господи. Так что она особо... Зуркор, надо слетать на разведку. Может, заодно что подхарасить. Усиление... Приказ получен. На базе. Заслушаясь приказ. У нас есть цель. Мы согласны. Цель подтверждает. Рона Хаши. Мы несем разрушение. Аю. Наши сердца. Мы в пути. Энки Феракай. Нормально. О, сейчас опять будет. Можно, можно зажать. Кто ж тебя запретит-то, демон? Так, че это ты видел-то? Строящийся факту. Остропорт не видит, но. Эх, флотилию видел, засранец. Thank you.
Да, ну тут там, конечно, преспа будет неудобно. Я сейчас просто сразу первым полечу. Так, иллюзия. Мне кажется, третья база очень поздно получается, ну, по сравнению с тем, что сейчас типа считается нормой в ПВТ. Но... Авось норм. Чё-то рядом небось стоит, да? Да? Как он её клёво построил? Блин. Чё, я его не заказывал больше? Посос. Такой блок, это жопа. Был сапой блок? Нет сапой блока. Была туретка? Нет туретки. Блин, ну конечно, саплай жрется. Может, Дейт Ким одумается и даст все-таки дешевых тампустов. Где скрываются наши враги? Нужно построить. Ну, блин, построил темпоста, построил пилон, это как-то очень неудобно. Самая малость дорого. Планетарка? Кому ты нужен? Не, ну это серьезно, человек знает, что я играю масс воздуха и делаю планетарку. Предлагаю ловить этого наркомана. Не хватает минералов. Пошли мы планетарку похарасим. Ой. Харасин мне тут. Требуется больше виспена. Опа. Кингим. Требуется больше виспена. Мы никого не боимся. Грида готова? Разработка завершена. Авианосец. Так, вы остаетесь дома? Победа в наших руках. Месторождение минералов извещено. Мы жаждем справедливости. Все мы часть. Мы приказываем. Усиление силы. Мы ум Анакпару. Наш мы готовы. Что-то еще куда-то не туда завернул. Сейчас хочу пошатать немного.
Блин, ну пилонов, конечно, нужно хреново кучу строить. С другой стороны, учитывая, что батоны дешевые. Получается норм. Я в кнопку запутался. Да твою медь. Ладно, насрать. Короче, рекол почему-то не смог сделать. О, хороший перевод рабочих. Отличный перевод рабочих, друг. Все, 200. Фокуси, демон. Фокуси. У него только один грит на воздух. Генетическая матрица Сколько штормотампостов? 300 секунд. Ноу. Ноу. Заткнись, машина. Точка, чё? Для меньше, чем слэша? Арм. Чё там? О, 45 миллионов просмотров. Ой, так свою-то выключить. Что-то громко. Так нормально. Тихо. Ты так гонишь. А так мне громко будет. Ладно, я потерплю, конечно. Не, ну вообще, кстати, по этим, по полоскам громкости должно быть норм. Тише. Ну вот так вот норм будет. О, опять тиран. Не, ну она, блин. Вот так она чуть громче, чем у меня быть до этого моя музыка. Должно быть норм. Так, а с этим мы уже играли? Нет. Не
Ну, игру вам, по идее, ни хрена не слышно. Вы мне только вот скажите, а по громкости она, по идее, должна быть, ну ладно, чуть громче, чем у меня моя музыка, когда играет, правильно? Или вы какого-то хрена ее слышите сильно тише? Просто мало ли? По-хорошему, это звук из динамиков, который он должен норм идти. Что за мной? Не хватает минералов. База атакована. Фактам. Усиление. А когда ты говорил, что она тихо, она была тише, чем обычно моя музыка, или тебе просто она типа тихо показалась, потому что она была на такой же громкости, как и моя музыка? Ты мне вот пояснил бы. Что мне она громко была вот когда в конце, то что тебе стало нормально? Тише, чем твоя... Не должно такого быть. По ползункам громкости она была громче. То есть у меня сейчас ползунок этой музыки идет наполовине где-то. А когда та играла, там было почти на полную. Мы ждем. Так, мне нужно больше фотонок. Генетическая матрица активирована. Победа в наших руках. Там вроде как должен дроп пролететь, а его что-то нету. Там типа просто мех? Направь мою ярость. Ради славы! Идет буря. Там просто сразу масвикинги у него. Ну, рабы страдают. Надо было, с одной стороны, Мазарку брать, с другой стороны, я не понимал, что именно у него. То есть мог быть какой-то чиз.
Могло что-то по земле припереться. А там просто мех. Генетическая матрица. Скрываются наши. Не хватает минералов. Мы копье правосудия. Что может быть лучше халявных мухаков, да? Кинул скан, все увидел. А база у него где? Мы никого не боим. Требуется больше Веспена. Победа! На острове? Отличный харас, чувак. Небеса зовут. Авианосец. Месторождение минералов истощено. Разработка завершена. У него что-то очень позднее третье. А вот мне его хрен разведаешь, блин. Ладно, он тут еще... В общем, у нас викинги. Месторождение минералов истощено. Ох, мало. Будет исполнено. Только встало. Не, ну у нас викинги-то это норм. Месторождение минералов истощено. Финала Ату. Генетическая матрица активирована. А мне кажется, что их там до хрена. С другой стороны, у меня просто часть армии была, как хрен пойми где. Не, ну блин, он там изначально просто масил викингов. Это слегка проблема. Сейчас попробую что-нибудь типа... Что-нибудь типа... Надо варп сделать. Чтобы какой-то свищ сделал тут с ногами. Так, мне тогда такой быстрый... Быстрые ноги не нужны. Сейчас пока надо воздух дальше штамповать. Там опять викинги. Батаны строят очень долго. А, и по пробке еще бонус. Как бы норм. Ради славы.
Вступаю в бой! Авианосец прибыл. На наши зонды напали. Все. Не хватает минералов. Нарбатикс нужен? Подтверждаю. Золотая армада. Выжа. Месторождение. Где базу бы третью воткнуть? Победа в нашем... Не, а ему норм, как бы. Приказывай. Кидает сканы и все видит. Авианосец прибыл. Улучшение завершено. Месторождение минералов истощено. Мы... Разместите строение в энергетическом поле. На наши зонды напали. Не хватает минералов. Там просто у нас викинги. Разработка завершена. Золотая мне, ну блин, я боюсь, что я с ним в лоб-лоп, то не справлюсь. Победа в наших руках. Разработка завершена. Мы жаждем справедливости. Приказывай. Мы жаждем справедливости. Рейда не успел увидеть. Ой, мне саплай блок. Грейда 1-2. Кто-то зачем-то. Месторождение минералов истощено. Завершено. Жизнь за Айю. Наш пилон атакован. Раз, появляемся. Подтверждаю. Ха-ха-ха-ха. Хрен это хотел. Затащили. Сейчас все, не будет большого порта заказов. Беги. Беги. Мазершип. Каким хреном мазершип спасет, когда там сканы? Мазершип абсолютно бесполезен. Твою музыку почти не слышно? Датчика включу стрим. Но она там должна быть еле слышной. Да нормально ее слышно. Никто никогда не жаловался.
Ну да, она тише меня, но она и должна быть тише меня. Ваншота нет мазершипа. Да срать на ваншот мазершипа, как бы скан. Мазершип имеет смысл, когда ты можешь как-то законтрить уже и детект. Скан ты законтрить не можешь. Качкаем ММР. Четыре мазершипа. Нахрена? Они абсолютно без... Единственный профит мазершипа — это инвиз. Профит от инвиза работает только когда ты можешь как-то убить чужой детект. Либо апсов, либо аверсиров. ПВП хоть 100 ты их строй, они бесполезны. Потому что скан кинул и все. Ты против этого ничего сделать не можешь. Давайте уже быстрее какой-нибудь тирана. Это, кстати, там мороженое не дораскрасили. Ну, вроде зеленый кусок начал. Зеленый пиксель, короче, там, по-моему, пошел уже. Хрен ли так медленно? Может, на Америку? А там будет лучше? А там не будет лучше. Хотя, кто-нибудь играл на Америке тестовую карту? Как там в плане количества народу? Отлично, нам нашли платинового друга. Иван... Медоед? Так это медоед или это Иван Иван? Не хватает минералов. Хрень он платиновый. Если это медоед. Не хватает минералов. Не хватает минералов. Не хватает минералов.
выпустить больше пилонов. Не хватает минералов. На наши зомби напали. Что, налял, укатил? Блин, на Ксперм воткнуть. Наш пилон атакован. База атакована. Не хватает минералов. Не хватает минералов. База атакована. Вторая Квена. Не хватает минералов. Я, ну, что-то нехорошее замыслил. Больше Виспена. Не хватит минералов. Вступаю в бой. На крыль. Где скрываются наши враги? Ко мне что, сейчас Салон с этими припрется? С Квинами? Личинки выпиливать. Активировано. Приказывай. Ради славы. Неплохо. Что-то мне кажется, это ни хрена не медает. Мы не победа.
бой! Генетическая матрица активирована. Мы жаждем справедливости. Вперед к победе! Орзалах! Вступаю в бой! Вступаю в бой! Личинки тебе не нужны от слова совсем, поверь. Золотая армада ждет. Так, пара свежая кидать. Эй, это там чё, шпиль? Разбрать мою ярость. Строить больше денег. Генетическая матрица активирована. Ради славы. Брось судьбу. Мы ставим справедливость. Вперёд к победе. Сионная сеть установлена. Генетическая матрица активирована. Подтверждаю. Победа в наших руках. Мы никого не боимся. Брось судьбу на ветер. Генетическая матрица активирована. Все слегка упирается в отсутствие личинок. Веди нас. Всем. Месторождение минералов истощено. Месторождение минералов истощено. Поливай уже, не знаю. Ну, у него просто нет личинок. Месторождение минералов истощено. Подтверждаю. Мы жаждем справедливости. Истощено. Скорее в бой! Поле искривления... Мы... Ника... Зак... А, блин, чё он? Ты сейчас догадался? Тебе не личинок ни хрена. Рицу, да чё меня все покидают, эй! У него запас ресурсов 1200. Ну охренели, как бы личинки выпиливаешь и все. То есть если в принципе успеть до чего-то технологичного вот так вот темпостами, то у него окно, когда он может что-то строить, это 12 секунд. 12, Карл. Ну в идеале. А потом как бы следующая это хрень. То есть что там, ну... Одно-два яйца. Если только ему не повезет, что Трансфьюз как бы выкинет новые яйца. Ой, Трансфьюз это. Хрень это, как она обзывается, не знаю, инъекция. То есть, чтобы она выкинула личинки ровно в момент, когда закончился шторм. Тогда у него будет и сколько, 3. Иначе, как бы, они очень быстро мрут.
А ему хоть кого дают? А, он только начал. А, не успею. Пока что-то чек 5 играет. Повторяется. Вот реально, что ни одного тоса нет. Вот вообще ни одного тоса. Я подозреваю по той схеме, что типа машинки слегка имбанутые. Люди заходят, разок катают против уша циклонами, понимают, что это говно не законтрить, и сваливают. Я чё не сверху там? Ладно, пофиг. В итоге я тут один за всех страдаю. Своим масс-воздухом. Нужно построить больше пилонов. Не хватает минералов. Не хватает минералов. Ой. Че это бы ты не дал? Не хватает минералов. Ну, немного рановато, но... Блин, перенаправлять уже. Ой, я думаю, я ей мешаю. Твою налево. Блин. Она выше. Ну так визуально чисто. На наши зомби напали. То есть я вот тут вот стоял и жопа. Но мне кажется, он какую-то химию творит. Не хватает минералов. Господи, велика проблема. Хотя лучше ее просто выпилить. Причем в плане таймингов он мне ни хрена не ломает этой шляпой. Может, он там пилон воткнул? Он поехал. Ай, не воткнул. Разместите строение в энергетическом поле. База атакована. Веди нас. Поле искривления активно. Усили. Чёрт, ты ж мастер лига, что-то за говно. Таймингов ничего. Там мина.
Я как бы фотонки повтыкаю. Ты полетишь один без мазеркора. Там даже если мина, это не слишком страшно. Золотая армада ждет. Чем даже две. Недостаточно энергии. Приказывай. Направляем. Мы победа в наших. Тело есть? Есть? Мы жаждем справедливости. Ай! Сука. Подтверждаю. Направь мою ярость. Мы жаждем справедливости. Были марики? Нет мариков. Целостность корпуса нарушена. Генетическая матрица рука активирована. Подтверждаю. Направь. Были рабы? Нет рабов. Генетическая матрица активирована. Нужно построить больше пилонов. Это что раз. Победа в наших руках. Приказывай. Да вот что он там так тупит? Мы жаждем справедливости. Золотая армада ждет. Мы сражаемся в великой битве. Вперед, буря. Ну, у него по экономике сейчас просто никакой. Генетическая матрица активирована. Мы никого не боимся. Удачи!
Что-то голова болеть начинает. И кажется, у меня температура. Блин. Ну да. Небольшая. Где-то, наверное, 37. С копейками, короче. Чётик, я заболел. Слишком много мороженого, скорее, слишком мало. Я почти неделю мороженое не ел. Вот сейчас мне в морозилке даже DS4 я купил. Возможно, организму не хватает. Да не жрал я мороженое. Блин, в магазине холодильник сломался. Я неделю почти без мороженого был. Ну и в магазине сломался, и вы не донатили, блин. Демоны. Позазаль вчера задонатил, что вчера. Я все мороженое купил. Только я его еще не ел. Что-то у меня стул, кажется, разваливаться начал. Ломка. Возможно, мне нужно больше мороженого. Водку. Какая водка, блин? Я ребенок, мне нельзя. А что такое виски? Так, а с этим мы уже играли. А это не тот, который прокси этих дел. Или другой. Ром будешь? Ну давай ром, господи. Все, давай. Я его заморожу и сделаю из него мороженое. Нагрузись. А чё ж ты такой медленный-то? Поехали, наверное, после... Блин, а что тут пилом построил? Что-то топ уже. Казалось бы, стрим 2 часа, я что-то что-то пить начинаю. Реально болею. Ну, блин, отопление ничего не включили. Слегка прохладно, особенно ночью. Не хватает.
Так он ничего не строит. На наши зомби напали. Так у него фактор, что ли, в прокси, или он тут еще сейчас построит? Да может быть тот наркоман, который две факты в прокси делает? Рипер? Тогда он это с рипером делал. Да свершится правосудие. База атакована. Да не, факт сверху. База атакована. Усиление псионики. Крипер все еще дома. Генетическая матрица. Мы армада, мы жаждем справедливости. Генетическая матрица. Мы атомки. Мы никого. Приказывай. Не, ну там пустыня, блин. Пытался им что-то сделать, это забей. Thank you.
Энергетическая матрица активирована. Ради славы! Вы в этот ДПС видите? Золотая. Требуется больше Виспена. Победа. Требуется. Не хватает минералов. Мы. Требуется больше Виспена. Приказывай. Подтверждаю. Ради славы. Брось судьбу на ветер. Нормально. Золотая. Победа. Месторождение. 11 скиллов, 4-6. Ну, мы все пристройки там повыпиливал. Чтобы вижен был. Требуется. Разнесите строение в энергетическом поле. Мы отомстили. Разнесите строение в энергетическом поле. Энергетическая матрица активирована. Брось судьбу. Ваши войска вступили в бой. Разработка завершена. Она видит, интересно. Ради славы. Я рад, как мы пристройки выпиливаю. Вот он наркоман. Вот наркоман. Не, ну как бы... Гелиона с машинками, потому что хороший. И причем он бы пробил бы что угодно, если бы не вот эта моя наркомания, то что я иду в воздух, при этом в такой сильно дефящийся, да? То есть у меня фаржа, фотонки везде. Мне из этого очень поздно третье. А, очень поздно. Ну потому что как бы фаржа и две фотонки, это вот те Нексус по сути. Ну просто я не знаю, как без фотонки во лбу отбиваться. Ну, во-первых, если вдруг какие-то мины.
которые могут быть, во-вторых, машинки, как бы против них тоже надо. А ну, в принципе, если вот, ну, пофиксят машинки, не будет больше этой моды на то, чтобы на старте их клепать, тогда можно будет все то же самое делать, сейчас выстрелить третий. Потом фотонки. Давайте, наверное, таймер врублю. Вот только не донатьте, ладно. Полчасика поиграем и все. Ты устал. А, так, только теперь косяк в том, что у меня этот таймер, зараза, стопом перекрывается, да? Приходится убирать. Опять он. Опять будешь грузить с полчаса, да? Совершен донат? Нет, никаких провокаций. Не нравится стрим, не донатьте. Блин, вообще перекусить бы чем-нибудь. Мне пора и съесть. Можно их съесть. Нужно построить больше пилонов. Пригодятся, я голодный. Не пригодятся они мне. Каста барака. Окей. Развелось через Зерасту. Блин, а давайте прокси сделаем. Прокси батоном. Ну, сейчас гляну, что мне скан покажет, а там уже хорошо. Что скан иллюзия. Эх, был бы у меня скан.
имя чести. Наш пилон атакован. Веди нас. Загружай. Направляй нас. Усиление псионной сети. Небеса зовут. Наш пилон атакован. Не, забейте. Я там вообще и батон заказываю. Не, как бы надо темп просто делать один хрен первым. Я просто перехалявил. Ну, не фотонок, ни хрена, видите, а там сразу второй Старгейт. Я что-то просто подумал, что он не будет давить. Да. Короче, без рантов ПВТ надо играть вот через темпы с той фотонки, иначе ты просто гуфнешься на машинках. Не хватает минералов. И, наверное, надо все-таки делать первого сталкера еще. Да, ну, в принципе, там можно даже иллюзию-то не делать, если Сантрю. Да не, хотя Сантрю пригодится. Да, она стопнет быстро. Ну, понятно, что разведка как бы нужна, а с другой стороны, блин, это 100 газа. Закрылся? Там много уха закрылся. Давайте просто сделаем прокси батоном. Но я тут тупо на рампе буду сидеть, короче. Какой нахрен адепт? Какого хрена он рипер сделал? Нас ждет славная битва.
системы. Веди нас. Требуется больше виспена. Просто топ опять мы с машинки. Не, на машинке теперь они воздух не особо контрят. Чем там что делать? Все-таки додумался. Мы готовы. Наше преимущество освоено. Самое время. Ваши войска вступили в бой. Улучшение завершено. Почти убили. Золото на Зурмо. 9 киллов. Мы никого не боимся. Усилить. Мы ждем. Удачи. Мы генетическая матрица активирована. Всем направляем. Мы жаждем справедливости. Генетическая матрица. Подтверждаю. Идет буря. Победа. Победа в наших. Тише экономики. А справочка есть. Мы никого не боимся.
База атакована. Направляй нас. Золотая, мы жаждем справедливости. Веди нас. А, он мне все эти убил? Хорошие юнит эти мины. Говорю же, хороший. Что он с наркоманией играет?
проект сто раз. Вот дайте мне. О. И это и будет еще один террон. Платиновый. Ладно, не платиновый. Мастер Лига. Какая разница? Какая, Карл, разница? Чего ждем? Доната ждем. А его нет. И мороженого нет. И смысла жизни нет. Все тлен. Не хватает минералов. Не хватает минералов. Нужно построить больше пилонов. Не хватает минералов. Наши зомби напали. Ну, газ у него вроде нормальный. Ну, вот серьезно. По сути, можно не разведывать. Они, сука, все катают это говно. Да свершится правосудие. Загружает приказ. Вот все как под копирку. Мафинка, мафинка! Задницу отсюда. Веди. Кинала от... Вот там мафинка. Знаете, какой у него урон? Клёвый же. Нет юнитов с таким уроном. Старпорта и там подобное не видно. Летели фениксом все-таки. По-хорошему мне типа ману бы оставить. Чтобы можно было филдами как-то отсекать. С другой стороны, хочется убедиться, что там нет никакой хинии. Из разряда внезапных баншей. Вступаю в бой. О, там мина. Минералов.
Энергетическая матрица активирована. Подтверждаю. Почему он никакой агрессии не проявляет? Это не агрессия. Направь мою ярость. Видите, не смог разведать, а юзал мапак. Грядет буря. Генетическая. Мы никого не боимся. Победа в наших руках. Учение завершено. Золото. Мы жаждем приказывай. Вступаю в бой. Там минус окопан. Сурмок Айур. Приказывай. Генетическая матрица активирована. Ради славы! Победа в наших руках! Вперед, победе! Подтверждаю! Кинала Ату! Мы ждем! Нормально. Генетическая матрица преображается в великой. Циклон Инна. Мина? Третья цеха? Да, третья цеха. Хрена ему танки. А, МЛ-3. Типа, чё я от него требую? Чё там, 1,5 минуты осталось? Ну ладно. В общем-то, на этом, пожалуй, закончим. Не, ну я 1,5 минуты подожду. Ну просто тут я 1,5 минуты только искать буду, так что даже запускать не буду. Можете пока пеку поставить. Или спросить что-нибудь. Или ничего не делать. Это все? Ну вот таймер дотикивает и все. А вы что хотели? Так, ну ладно, спасибо, что смотрели. Завтра казаки будут. Завтра среда. Если завтра среда, значит завтра казаки. Ну все расписание ВКонтакте есть. Если вдруг кому интересно. Ладно, все. Всем пока.